Петербуржцы стали активнее сдавать опасные отходы. Вопросы экологической утилизации обсудили на заседании городского штаба благоустройства. Работа над раздельным сбором опасных отходов началась в 2010-м. С тех пор в городе появилось 2 мобильных пункта приема, 5 стационарных, более 200 экотерминалов и несколько сотен экобоксов, малогабаритных ящиков для батареек. В этом году в 3 районах города появились новые стационарные точки сбора – в Колпинском, Приморском и Курортном. В прошедшем году горожане сдали почти 200 тонн опасного мусора. Это на 40% больше, чем в 2014-м. Максимум, который сейчас готовы принять городские пункты – 250 тонн в год. При этом все излишки готовы утилизировать за счет дополнительных контрактов.